точно остался от самолетов. Пакеты целые. Вот так аэропорт выглядит сегодня. Его практически ничего не осталось. Вот так Урал выглядит. Вот так выглядят трупы. Отсюда убрали 30 мешков с трупами. Дети, старики вернули. Извините, не подскажете, а здесь, говорят, удерживали людей, да? Айдар 3. Как удерживали? Ну что здесь, в подвале удерживали людей, когда. А мы здесь так живем, без удержания. Вон по убежище здесь, никто никого не. Они тут жили, мы тут жили. Сбивались. Понятно. Потому что тут такая была, видите, вот что в школе. Погорели, они все сгорели. Мы же вообще дома. В чем пришла. Здесь стояла Наджи Варги, а не Айдаровцы. Айдаровцы были в садике. А, понятно. А тут тоже все были. Эй, да, раз. О, вон, у нас трубы одни торчат, погорели на дотла. Вот, выскочила, зима идет, босс. Босс и голос. Кошмар. Нашла под головой там, одела с плеча. Порошенко, не хотите привет передать? Ну, а где он? Ну, он, видимо, у себя в стране, в теплом кресле сидит. А он живет долго-долго и похоронит своих детей, так как я похоронила своих. У нас дети, люди похоронены в огородах. Хай живет долго и мучается, и совестью выкручивается. Нет. Так что? До свидания, держитесь. Это колонна, они остановили, проверили во всех документы. А вы пока же загнали, зашли во двор. Машина стоит, не наша, не тронутая. Уже она осколком у нас там пробитая. И нас... Нет, вы уже все, колонна пошла. Вы не едете никуда, все, следующий день. Ну как следующий день? Они только 10 минут как отъехали. Ну что тут мы... Ну ладно, езжать. И та колонна, мы уже выехали, уже не знаю. Ее пустили на Новосветловку, говорят. А нас не пустили на Новосветловку, нас сразу по газопроводу пустили, две машины. Еще одна машина как раз подъехала, и по газопроводу мы там до аэропорта, в общем, выехали, не знаю, какая деревня, что говорят, бабка одна сидит, говорит, вниз туда езжайте, детки, там это, пост, только паспорта при вас чи нет? Да при нас паспорта, а снизу едет Жигули, и мужик говорит один, ой, ты куда едешь, там же, говорит, нацики сидят. Едет, говорит, 5 километров вверх, Волнухина уже, там, говорит, наши ополченцы сидят. И мы давай вверх, бегом, под пулями. Я говорю, сейчас как кинутся, они же по рации передают, едут две машины. Вот только подъезжаем, они уже это поле, они уже выходят и выходят с посадки. А сколько техники их не было.
мирных. Вот это вот наш край. 18 числа всех загрузили в эти КАМАЗы свои или Уралы, я не знаю, в эти военные машины. И две машины снаряды попали. Короче говоря, водители выскочили, остались живые нацики. А люди погибли мирно. Вот у нас нету ни одного соседа, все погибли. Вот эти просто молодежь, они уехали раньше с деточками, да. И все. Вот это вот нету ни одного соседа, все погибли. Все в этих машинах погибли. Нету никого. Что вам рассказать? Вы там меньше лазьте, потому что там не взорваны снаряды. Осторожно просто, смотрите. Да, вы понимаете?